Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Напомню, что в течение декабря победители Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, делятся своим опытом, своими знаниями, методическими практиками, инструментами по работе в области преподавания истории родного края с нашими зрителями. Буквально сегодня у нас прошла еще одна лекция, вот мы продолжаем наш сегодняшний воскресный рабочий такой день лекции из Ставропольского края. Сегодня нашим лектором станет Константин Владимирович Вартанов, победитель Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью Российского исторического общества, учитель истории общества знания средней общеобразовательной школы номер 5 имени Гудкова города Георгиевска. Подробнее о себе Константин Владимирович расскажет, я думаю, самостоятельно, а пока с удовольствием передаю слово. Константин Владимирович, здравствуйте, очень рада нашей сегодняшней встрече, большое спасибо. Здравствуйте, Алина. Я благодарю за предоставленную мне возможность поделиться своим опытом в области краеведения, музейной работы, поисково-исследовательской работы с нашими учащимися. Ну и, конечно, приветствую всех участников конкурса краеведов, работающих с молодежью. О важности краеведения в одном из своих выступлений говорил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он говорил о том, что краеведение сейчас очень востребовано. Отмечал, что развитие этой науки, безусловно, это ответ на запрос общества. Люди у нас, слава богу, все больше и больше проявляют интерес к отечественной культуре, к своей истории и лучше всего о культуре, истории, о нашей земле, приложений к конкретным регионам могут рассказать именно специалисты-краеведы. Современные федеральные государственные образовательные стандарты, которыми руководствуется сейчас современное образование, уделяют тоже большое внимание изучению родной истории, литературы, в целом краеведения и предполагает овладение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности. Изучению краеведения в ФГОС отводится довольно много времени. Познание родного края включает в себя изучение как географических, природных, исторических, культурных и иных особенностей. Но, конечно, в большей степени краеведение уделяет внимание истории и культуре Малой Родины. Ну и мне, как учителю, как педагогу, на протяжении своей профессиональной деятельности пришлось работать и в общем образовании, в системе общего образования, и в системе дополнительного образования. Поэтому я имею возможность анализировать взаимосвязь по изучению краеведения, по проблемам краеведческого характера, общего образования и дополнительного образования. Ну, разрешите рассказать о себе более подробно. Итак, я Вартанов Константин Владимирович, учитель истории обществознания высшей квалификационной категории, руководитель историко-биографического музея «Память», средней общеобразовательной школы номер 5, имени Героя Советского Союза Олега Васильевича Гудкова, города Георгиевска, Ставропольского края. Магистр социально-экономического образования, член Российского военно-исторического общества, победитель приоритетного национального проекта образования в 2020 году, автор краеведческих монографий, лауреат и дипломант муниципальных, региональных, всероссийских, краеведческих и музейных конкурсов. Руководитель поисковой и исследовательской работы школьников. Сферы моей профессиональной деятельности – это преподавание истории, обществознания и краеведения, музейная, научная, исследовательская, экскурсионная, просветительская деятельность с нашими обучающимися и методическая работа. По методической работе результатами ее являются мои книги, монографии, которые представлены здесь на слайде.
Это путеводитель по памятным местам города Георгиевска. Добрый день, госпожа История. Эта книга новинка в истории нашего города, так как до нее подробно о памятниках нашего города, как исчезнувших, так еще пока сохраненных, рассказано не было. Сама книга состоит из трех глав. В ней представлены памятники как исчезнувшие, так и сохраненные. И подробно рассказано об истории памятных мест, памятных знаков, о их создателях, о прежних владельцах, о том, что сейчас располагается на этих памятных местах. Вторая книга, вторая монография связана с историей школьного образования нашего города. Это тоже очень интересная тема, и интерес к этой теме у меня появился в результате обучения в магистратуре Северокавказского федерального университета. Темой моей магистерской диссертации была история образовательных учреждений города Георгиевска. Еще одна причина, по которому была написана эта книга по истории образования, это юбилей, который мы отмечали в 2018 году, 200-летие первого учебного заведения нашего города. Книга тоже состоит из трех глав. Это дореволюционное образование, это советское образование и современное российское образование. Тоже нужно отметить, что подробного изучения, исследования этой темы до вот, появления данной книги не проводилось. Ну, конечно, я стараюсь работать не только как исследователь, но и как учитель-методист, потому что знания об истории нашего города нужно передавать и новым поколениям жителей города Георгиевска. Поэтому приходится разрабатывать и программы, общедополнительные образовательные программы. «Моя малая родина», «Краеведение», «Музееведение», «Основы исследовательской деятельности». И по этой программе для учащихся начальных классов, средней школы была разработана рабочая тетрадь «Краеведческое изучение города Георгиевска». Здесь представлены задания по истории города, по его природным, экономическим, культурным особенностям. Интерес к этой программе проявила не только основная школа, но и учителя, и учащиеся начальных классов, начальной школы тоже попросили разработать и для них такие дополнительные общеобразовательные программы. Ну, конечно, краеведение для малышей еще как бы рановато, все-таки это возраст не совсем такой взрослый, поэтому мы разработали программу «Азбука этики» по правилам поведения. Также в школах нашего города есть казачьи классы, кадетские классы. Конечно, и на это мы обращаем внимание, на воспитание ребят, на традициях казачества, на традициях кадетства, русского воинства, русской армии. Поэтому еще одна авторская дополнительная общеобразовательная программа была посвящена именно духовно-нравственному воспитанию учащихся в классе казачьей направленности. То есть фактически мы с коллегами действовали в ответ на те вызовы, те предложения, которые нам поступали. Дидактические материалы по краеведению тоже разрабатываются, тоже притворяются в жизнь. Искусство давать имена, напиши мне письмо. Вот по поводу вот этих дидактических материалов, напиши мне письмо, мы с ребятами собрали и проанализировали письма ветеранов войны, выделили общее и особенное в этих письмах, опросили родственников, провели большую поисковую и исследовательскую работу. Результатом этой работы становится нахождение пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Мы оказываем с учащимися нашей школы помощь родственникам, которые уже потеряли надежду,
узнать о судьбе своих пропавших родственников. И вот несколько таких солдат мы нашли. Нам в помощь были и интернет-сайты, например, сайты Министерства обороны Российской Федерации, где выкладываются оцифрованные документы, иностранные сайты, где оцифрованы документы, посвященные узникам фашистских концлагерей. То есть информацию мы ищем везде, как интернет-информацию, так и опросом родственников, других корреспондентов и архивы, музеи. Все это тоже в нашей сфере внимания. Основная дополнительная общеобразовательная программа «Моя малая родина. Краеведение. Музееведение. Основы исследовательской деятельности» – это программа, которая является комплексной по охвату краеведческих дисциплин. Рассчитана она была на 4 года и для учащихся 11-15 лет. Эта программа имеет несколько разделов. Первый год посвящен изучению природных особенностей растительного и животного мира, географических особенностей, занятия населения Ставропольского края и нашего города Георгиевска. Второй год обучения – это история Северного Кавказа, Ставропольской губернии, Тверской области, история нашего города Георгиевска и района Георгиевского. Третий и четвертый года обучения посвящены основам исследовательской деятельности и музейной работы. Конечно, нужно отметить, что заниматься исследовательской деятельностью всерьез могут ребята, которые проявляют интерес этому делу, к изучению краеведения. Именно интерес у ребенка дает, наверное, 90% успеха, наряду с помощью педагога, который тоже направляет, который тоже подсказывает. И вот все вместе это обеспечивает успех ребят. Ну и результатом этого успеха являются победы и моих учащихся на различных конкурсах методических материалов регионального и всероссийского уровня, конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми молодежи до 20 лет за нравственный подвиг учителя. Этот конкурс – связь школы с православной церковью. Вопросы краеведения тоже касаются и истории развития православия на Северном Кавказе, православного образования, воспитания. Поэтому это тоже важные составляющие краеведческих исследований. Музейная деятельность моя началась в учреждении дополнительного образования нашего города, в Доме детского творчества. Это музей, который был основан, создан к 60-летнему юбилею старейшего учреждения дополнительного образования Георгиевска. И вот здесь, в небольшом помещении, удалось представить историю учреждения дополнительного образования, ее историю в советское время, успехи воспитанников, выпускников, историю пионерского движения, ну и, конечно, современную историю Дома детского творчества. Вот. И пост номер один у мемориала «Огонь вечной славы», который тоже имеет связь с дополнительным образованием нашего города и с историей города Георгиевска. Военно-патриотическое воспитание – тоже необходимая составляющая краеведческой работы. В советское время в Георгиевске большое внимание уделялось именно этому воспитанию. Наш город – это город, который почти полгода находился под немецкой оккупацией, принимал участие в битве за Кавказ. Вот. И, естественно, у нас в Георгиевске есть памятники, связанные с Великой Отечественной войной. Почти половина
жителей нашего города ушла на фронт, встала в ряды защитников Отечества, и более 6 тысяч георгиевцев погибли на фронтах войны и не вернулись. К сожалению, в 90-е годы традиция проведения героических поверок с учащимися школ города и района, со студентами учебных заведений прекратилась. Но в 2009 году мы, педагоги Дома детского творчества, я как педагог дополнительного образования, возродили эту традицию. И сейчас каждый год мы проводим в первых числах мая такое мероприятие, как героическая поверка у мемориала «Огонь вечной славы». Также в нашем городе, наверное, как и во всей России, проводится военно-спортивная игра «Зорница». Сначала это школьный уровень, потом это городской уровень или муниципальный. Ну и победители городского уровня выезжают на краевой уровень, и там тоже одерживают победы. Еще одно важное движение, в котором я принимаю участие вместе с моими воспитанниками, с учениками школы, это туристско-краеведческое движение «Отечество». Именно это движение дает нам возможность заниматься исследованием, краеведением осознанно. Именно это движение «Отечество» дает возможность приучать ребят к приемам исследовательской деятельности, к показу результата этой работы и представлению этого результата и в городе, и в Ставропольском крае, и на всероссийских слетах в городе Москве. Ну, вот здесь мы видим фотографии наших кадетов. Кадетские классы – это традиция, которая была заложена еще в советское время. И школа, в которой я сейчас работаю, школа номер 5 нашего города, это школа, в которой есть кадетские классы в каждой параллели. Кадеты носят такую красивую форму. Кадеты у нас занимаются по особой программе, не только общеобразовательной дисциплины, но это и обучение хождению, обучение обращению с оружием, кадетская этика. И, конечно, это история кадетского движения, история Отечества. Тоже очень важное место история Отечества краеведение занимает при работе с обучающимися кадетских классов. На краевом уровне у нас ежегодно проводятся семинары, слеты активистов школьных музеев, в которых мы тоже участвуем вместе с ребятами. И там на различных конкурсах представлены умения ребят заниматься исследовательской деятельностью, представлять ее результаты, анализировать памятники истории культуры и так далее. То есть здесь тоже идет большая работа по организации поисковой исследовательской музейной деятельности. Я также провожу и экскурсионную работу. Экскурсионная работа – это тоже важный способ, важный механизм рассказа о истории города, края, непосредственно соприкосновение с памятниками истории культуры. Ребята не только узнают историю этих памятников, но видят, в каком они находятся состоянии. К сожалению, конечно, не все у нас памятники находятся в идеальном состоянии. И ребята понимают, насколько важно сохранять память, народную память, которая близка именно им, то есть памятники, которые находятся в том месте, в котором ребята непосредственно живут. Военно-патриотическое воспитание, как я уже говорил, тоже является большим плюсом в
краеведческой работе. Мы с учителями школ города организуем различные мероприятия краеведческой направленности. Это окружные краеведческие квесты, где интерес к краеведению, краеведческой информации соединяется с игрой, с интересной формой подачи материала. Тематические миниатюры, разрабатываем материалы для научно-практических семинаров, для конференций учителей истории краеведения. Коллеги наши тоже просят подсказать им, как давать краеведческую информацию, показать приемы этой работы, исследовательской и краеведческой работы. Мой опыт работы представлен на авторских мини-сайтах ведущих образовательных порталов «Инфоурок» и «Мультиурок», где размещено около 50 различных материалов, дающих представление о системе работы. Также мои разработки опубликованы на международном педагогическом портале «Солнечный свет», на православном портале нашей Георгиевской епархии «Время верить», на электронном портале Всероссийского журнала «Вестник образования России», на электронном портале 14-го Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодежью за нравственный подвиг учителя. И на всех этих сайтах за последние 3 года было осуществлено более 13 тысяч просмотров опубликованных материалов. Ну, конечно, я тоже не только опубликую эти материалы на своих сайтах, но и не только делюсь опытом с коллегами, но и беру наработки, интересные наработки коллег, которые они тоже выставляют на своих сайтах, публикуют на своих сайтах. В настоящее время я также являюсь и руководителем музея, посвященного ученику нашей школы, герою Советского Союза, летчику-испытателю Олегу Васильевичу Гудкову. Наш историко-биографический музей «Память» имеет 2 зала. Первый зал посвящен, естественно, герою Советского Союза Олегу Васильевичу Гудкову. Олег Васильевич Гудков – это очень интересная личность, это человек с большой буквы, человек-герой, который с детства мечтал о полетах в небо. Гудков остался наполовину сиротой, отец его погиб на фронтах Великой Отечественной войны, поэтому он помогал сестре, маме и лелеял свою мечту о полетах, о небе. Гудков закончил Ставропольское суворовское военное училище, Оренбургскую школу летчиков и школу летчиков-испытателей. Он испытывал многие типы военных самолетов, прототип пассажирского самолета Ту-144. Гудков занимался выяснением причин недочетов при проектировании самолетов, которые мешали нормальных их эксплуатации. И во время одного из таких полетов 4 октября 1973 года Гудков погиб. Похоронен он в городе Жуковский Московской области. Но когда стало известно о гибели Гудкова в начале 70-х годов прошлого века, администрация, учителя, учащиеся нашей школы стали собирать материалы о жизни и подвиге этого героя. И большую помощь в организации, сборе материалов оказали коллеги Гудкова, жители города Жуковский. И вот сейчас в нашем музее первый зал посвящен, мемориальный зал посвящен именно нашему ученику, герою Олегу Васильевичу Гудкову. В 2008 году в музее открылся 2-й зал, то есть музей был расширен, краеведческий зал. Здесь представлены им информация о освоении Северного Кавказа с конца 18 века, о создании Азово-Московской укрепленной линии,
о казаках, о Кавказской войне, о бытии народов Кавказа Северного и казачества. Также информация о гражданской войне и ее участников. Большая информация о участниках Великой Отечественной войны. Все это стало возможным в результате сбора материалов моими предшественниками, коллегами. Ну и сейчас мы продолжаем также проводить эту работу. В нашем музее находится более 5000 экспонатов и проводится ежегодно около 150 экскурсий. К нам приходят не только ученики нашей школы, но и учащиеся других школ города и нашего района. А в рамках культурного марафона школьников мы тоже с радостью принимаем гостей в наш музей. Ну вот мы можем видеть еще фотографии, которые представляет наш краеведческий музей. Здесь представлены подлинные экспонаты, личные вещи, фронтовые письма, документы участников войны. Часть экспозиции музея посвящена учителям школы номер 5, участникам Великой Отечественной войны. Эти люди в свои молодые годы встали на защиту нашей страны и отдали долг родине, защитили ее. После войны они вернулись в родную школу, работали преподавателями. Иван Иосифович Евтушевский работал и директором школы, и заучем школы, учителем литературы и истории, был руководителем музея памяти. В следующем году мы будем отмечать тройной юбилей. Иван Иосифович Евтушевский, 100-летие со дня рождения. Легендарный директор нашей школы Артем Моисеевич Киборков, к сожалению, уже покойный, мы будем отмечать его 90-летие. И также 90 лет мы встретим юбилей Героя Советского Союза Олега Васильевича Гудкова, имя которого носит наша школа. Ну, как я уже говорил, результатом или итогом деятельности ребят нашего музея являются не только исследовательские работы, но и вот такие книги, альбомы. Например, одна из них «Напиши мне письмо», где собраны, представлены подлинные материалы, письма участников Великой Отечественной войны. Очень важно проводить такую работу, и ребята проявляют большой интерес, тем более, что можно не только устанавливать судьбу участников войны из других семей, но и ребята могут сами изучать жизнь, биографию своих родственников, своих прабабушек, прадедушек, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И мы всегда говорим ребятам о том, что это очень важно, это очень полезно, это история и города, и, прежде всего, история семьи и рода. На протяжении 15 лет и более я занимаюсь систематической исследовательской краеведческой работой. За последние годы около двух десятков воспитанников моих стали лауреатами, дипломантами финалов конкурсов исследовательских работ в рамках туристско-краеведческого движения «Отечество», конкурса исторических исследований старшеклассников «Человек в истории России. 20 век», конкурса «Моя малая родина. Природа, культура, этнос» и других. Это и муниципальные, и региональные, и всероссийские уровни. Ну, среди таких лидеров исследовательской работы нашей школы можно назвать Ксению Перькову, Дмитрия Китаева, Дмитрия Кузьменко. Эти ребята стали трехкратными дипломантами и лауреатами всероссийского этапа туристско-краеведческого движения «Отечество», призерами конкурса «Человек в истории России. 20 век». Но это уже наши выпускники, ребята уже учатся в высших учебных заведениях и там применяют навыки, полученные в школе,
в ходе изучения приемов, методов исследовательской работы. Ну и сейчас современные ребята, ученики нашей школы, тоже постигают с интересом такие приемы. Эдгар Дадаян, Ксения Посохова, Кристина Багнюк и другие. Ну вот здесь показаны наши успехи. Ребята выезжают вместе со мной и в Ставрополь, и даже в Москву, где представляют свои исследовательские работы. Результатом становится участие в конференциях краеведческих всероссийского уровня. Вот мы даже побывали в Государственной Думе, где могли наблюдать выставку, краеведческую выставку, посвященную истории Федерального центра краеведения, туризма и экологии в Москве. И, конечно, ребятам в торжественной обстановке в стенах Государственной Думы вручили грамоты, подарки, памятные сувениры, поэтому это тоже такая поездка запомнится надолго, на всю жизнь и будет связана именно с успехами, со стараниями, которые ребята проявляют, и видно, что они стараются, работают. Ну, вот здесь различные дипломы и грамоты наших ребят. Это труд, конечно, и педагога, это труд и самого ребенка, это поддержка родителей. Ну, конечно, к сожалению, у нас сейчас без финансов, без денег в Москву выехать трудно. И, конечно, вот приходится искать спонсоров, людей, которые неравнодушны к детям, к воспитанию, к просвещению. К счастью, пока такие спонсоры находятся, и можно к ним обращаться. Ну и напоследок могу сказать о своем жизненном принципе. Это слова Василия Михайловича Пескова. «Человеку надо знать свои корни. Тогда и воздух, которым он дышит, будет целебен и вкусен. И земля, на которой стоят его ноги, будет дороже. И все, что будет выходить из его рук, будет овеяно мастерством его предшественников, красотой, накопленной века». Ну и еще раз скажу о том, о той истине, которую, наверное, знают и понимают все. Краеведение, история родного края, история Отечества – это основа, на которую нанизывается уже история всей России. Поэтому знать историю России, не зная истории своего отечества, своего родного дома, своей семьи, своего рода, своей малой родины, нельзя. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Константин Владимирович, за подробный, интересный рассказ. Я уверена, что многие наработки, о которых вы сегодня говорили, могут быть полезны для наших зрителей. И хочется спросить, задать такой вопрос. Обсуждали мы уже эту тему с предыдущими тоже нашими лекторами. Все-таки для исследовательской работы, именно со стороны учеников, важно, наверное, в первую очередь их желание и готовность работать. И все-таки приходим к такому выводу, что желание такое может быть не у каждого ребенка, что кому-то интереснее физика, кому-то математика. И все-таки есть ли у вас особая методика для отбора ребят? Либо это просто уже по наитию, там, ну, благодаря вашему профессионализму вы видите этих ребят, или бы все-таки какая-то специальная вот методика, техника отбора существует? Конечно, ребята, которые проявляют интерес, которые понимают важность, необходимость исследовательской работы, они работают лучше всего. Ну, какой отбор? Ну, если ребенок интересуется историей, интересуется гуманитарными науками, языками, если он проявляет интерес к тому, что находится рядом со школой, рядом с его домом, он задает вопросы, а вот что это за здание, а что здесь было,
А кому посвящена эта мемориальная или памятная доска? А почему музей в школе действует? Конечно, на таких ребят мы обращаем внимание. Но, естественно, что мы никому не запрещаем заниматься такой работой. Даже те ребята, которые просто задают вопросы, может быть, они сначала не проявляют интерес, пусть они тоже пытаются поработать. Проснется у них интерес к этой работе, хорошо. Не проснется, но все равно эти ребята тоже какую-то информацию получили, какую-то возможность они взяли от этих занятий. Поэтому мы никому не запрещаем, ну, мы смотрим на ребят в процессе работы, в процессе деятельности. Да, спасибо большое за ответ. И, наверное, еще один вопрос будет тоже связан со школой, в частности, с деятельностью вашего музея. 150 мероприятий, 150 экскурсий в год – это достаточно большая нагрузка, и мы понимаем, что работа музея, она все-таки, наверное, зависит не от одного человека. Расскажите, принимают ли участие в организации и работе музея школьники, и какова степень их участия в этих мероприятиях? Да, ну, конечно, один человек не поднимет такую работу, действует совет музея, и мои предшественники, руководители музея, тоже наладили, поставили такую работу. Школьники изучают историю своей семьи, приносят материалы по своим родственникам, и всегда любая такая работа имеет завершение. Вот на фотографии в краеведческом зале музея был список воинов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которые встали на защиту Родины. Вся эта информация, все эти фамилии, это все работа учащихся школы, это все та информация, которую ребята сами доставали, приносили, обрабатывали. Вот и результатом стала вот такая стена памяти. Так что, конечно, учащиеся тоже принимают большое участие в работе нашего музея. Спасибо еще раз большое за нашу встречу. Передаем большой привет от Российского исторического общества и вашей школе, и ученикам вашим. Желаем новых побед и того, чтобы нынешние изменения в последние годы никак не повлияли ни на интерес школьников к исследовательской деятельности, ни на ее результаты. Я уверена, что у вас впереди еще очень много побед, и мы вам этого от всего сердца желаем. Еще раз большое спасибо. 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 Всего доброго. До свидания.